чашу миксера взбиваем 5 яиц, 200 грамм сахара. Взбиваем до густой белой массы. Добавляем чайную ложку разрыхлителя и 200 грамм муки. Выкладываем пергамент на противень. В моем случае это фольга, так как не было пергамента. Распределяем рулет по всему противню и выпекаем в духовке при 180 градусах 10 минут. Готовность проверяем палочкой. Горячий рулет вынимаем из духовки, переворачиваем на полотенце, снимаем пергамент и сворачиваем в рулет, даем остыть. Остывший рулет раскрываем, промазываем кремом, сворачиваем и украшаем. Приятного аппетита!